Разобрал веломоторы 100. Буду ставить сюда кольца. Но кольца надо вот здесь вот отпилить. Вот сюда вклеить. И здесь, чтобы не мешало продувке, в общем, надо убирать. Вот такие вот штуки будут. Сейчас покажу, как это стоит с коленвалом. В общем, вот так это выглядит с коленвалом. Вот такие вот кольца. Ну, картер не плотно, поэтому все равно болтается. Сейчас покажу, что случилось с поршневой. В общем, здесь двухкомпонентная эпоксидка. Она как бы все так и на месте и осталась. Ничего с ней такого не случилось. Так, что показать-то? Это выпуск. Как бы задиров никаких нету. Сейчас покажу, что там на впуске. Вот так вот выглядит впуск. Третий продувочный канал. Здесь как бы есть небольшие такие подпирания поршнем, особенно вот тут вот внизу. Как бы ладно, это нормально. Тут вот глядит на меня поршень. Вот тут вот холодильники пиленные. Вот такое поршень без прихватов. Единственное, что я вот тут вот ступенька какая-то есть. Вот она ступенька. Я так понимаю, она образовалась от вот этого удара, от вот это место. А вот это. Вот как-то так. Сторона выпуска. Вот как-то вот так вот. Сторона впуска. Здесь два отверстия. Ну, это завод сделал. Два канала для смазывания пальца. Вот такой вот тут нагарчик. Ну, а вот тут вот такой интересный нагарчик. Вот он, впуск. И вот с одной стороны вот такой вот. Прям. А везде сажа. А вот тут вот нет. Так, что тут? Вот такая вот бошка охлаждения. 75,3 куба. Ну, это я написал, чтобы не забыть. Очень мощная, классная башкенция. Вот такая прокладка одноразовая. Уже два раза пережила. Но я надеюсь, третий переживет. Вот эта пружина здесь немного взведена посильнее. То есть вот эту вот можно крутить. Здесь резьба.
и ее немножко сдавить. Это поможет не пробуксовывать сцеплению. А оно у меня пробуксовывало. Даже на подтянутой. В общем, вот такие приколы. Это лепестковый клапан. Вот такая вот классная вещь. F100. И третий продувочный канал виден.